прошли пасхальные богослужения в церквях, храмах, домах молитвы по всему миру. Ведь Пасха – важный христианский праздник, который имеет для каждого верующего личный смысл. Я считаю, что Пасху праздновать важно. Почему? Потому что это в первую очередь, наверное, как праздник освобождения из того, где я был и куда я иду. Само воскресение, оно является доказательством того, что все слова Иисуса являются правдой. Исторически Пасха связана с исходом евреев из Египта через Красное море. В современном понимании Пасха – это воскресение Иисуса Христа после смерти на кресте. Для верующих людей это надежда на то, что они воскреснут вместе с Христом в тот день, когда Он придет. Ну, у каждого свое время. Вот. Хочу сказать, когда я не знал, что такое Пасха, мне представлялось, что Пасха – это яйца крашеные, куличи, и толпа народа в церкви, и больше ничего. Ну, праздник, как все остальные. Но когда я поглубже, так сказать, углубился в Слово Божие и увидел, что это, оказывается, Христос, и эта история издалека еще тянется от Моисея, и это пророчество, что Иисус – Агнец Божий, Он – пасхальный Агнец, который заклан за наши грехи, то, и, конечно, Он для меня стал огромной надеждой и моей жизнью. В Самарской протестантской церкви Маранафа торжественное пасхальное богослужение открыл хор Откровения с песнями хвалы. В том же радостном ключе продолжила группа прославления. Все верующие радовались и наслаждались добрым светлым праздником. Ребята и родители из подручных материалов бумаги, картона, красок смогли воссоздать историю освобождения еврейского народа из рабства Египта. В заключении праздника каждому пришедшему был подарен кулич, как сладкое завершение дня. А главными словами стали «Христос воскрес, воистину воскрес!». Воскресение Иисуса дает верующим надежду на то, что после смерти они воскреснут, и им будет дана вечная жизнь со Христом. И в этом смысл этого важного праздника. Мне приятно прийти в церковь именно в воскресное утро, когда празднуется этот день Пасхи, и сказать «Иисус Христос воскрес!». И все отвечают «Воистину воскрес!». Это приятное такое приветствие, которое, я считаю, что оно говорится от сердца. По-настоящему все, кто спасен, они ощущают, что это праздник. Пресс-центр церкви Маранафа, город Самара, специально для телеканала «Благих новостей».